И снова скандал с участием Нетаньяху. На этот раз под удар попал сын главы правительства Израиля. За что его обвинили в антисемитизме, знает Сергей Услендер. Когда сын израильского премьера Яир Нетаньяху опубликовал эту карикатуру на своей страничке в Фейсбуке, он, наверное, даже не предполагал, какую бурю возмущения это вызовет. На картинке изображены недоброжелатели его отца, называлась она «Пищевая цепочка». Это переделка довольно старой конспирологической антисемитской карикатуры на тему того, что евреи правят миром. Изображены там американский еврей-миллиардер Джордж Сорос, бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак, известный журналист и политик Эльдад Яниф, и даже бывший завхоз резиденции Нетаньяху Мени Нафтали. Каждый ловит на крючок стоящего впереди, а всем управляет Сорос. Картинка эта вызвала в социальных сетях настоящий взрыв. Сына премьера обвинили в антисемитизме, а вот представители, например, американского Куклус-клана назвали его своим другом. Впрочем, есть и те, кто считает, что молодой человек просто дурачился, и в общем эта история вышла совершенно обычная, хотя и довольно неприятная. Я думаю, что эта карикатура является иронией. То есть сын премьер-министра, он, как его отец, находится под сверхпристальным взором масс-медиа израильских и политиков, которые только и пытаются найти, за что бы укусить семью премьер-министра. Прямо говоря, идет уже 2-3 года кампания какой-то травли и лично премьер-министра, и его жены, и теперь уже его сына. То есть, на мой взгляд, сын просто, находясь под таким давлением, он иронизирует над тем, как масс-медиа управляются кем-то со стороны. Понятно, что подобных картинок в сети каждый день публикуются миллионы, но тот факт, что эту опубликовал именно сын израильского премьера, и вызвало такую бурную реакцию. Высказались по этому поводу и Барак, и лидеры различных политических партий, и даже бывший начальник генштаба генерал Ганс. Все они осудили эту публикацию. Нетаньяху-старший комментировать это не стал. Он сейчас удачно находится с визитом далеко в Южной Америке. Впрочем, сын его вполне взрослый человек, который в состоянии сам отвечать за свои поступки. Наверное, поэтому карикатура он поспешно удалил, хотя она уже и разошлась по интернету в виде перепечаток именно с его страницы. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль.